Сначала мы держим слово, что вы услышите своих детей в декабре месяце. 4 месяца прошло. Работы усердной, кропотливой. Многие из вас уже были у нас в школе на концертах. Вы слышали учеников отделения. Все. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию лицо школы 1 класса. Лучшие дети, которых мы отобрали. Но здесь еще есть такой момент. Как дети себя чувствуют на сцене. Там можно и потеряться, а можно и найти. У кого какая психика? Кто как заточен на нашу работу? Ну, и тянуть мы не будем. Начинаем наш отчетный концерт. На сцену приглашается Кулинка Анна. Thank you.
Ярко Себастьян. Дмитрий Кабаревский, прогулка. И входит Зайка по саду. Учитель поет Оксана Владимировна, концертмейстер, домашка Оксана Юрьевна. Маленькая елочка и русская народная песня «В зеленом саде». Учитель
Соболева Ксения Владимировна, концертмейстер Усова Екатерина Игоревна.
все классы. На сцену приглашается ансамбль скрипачей. Thank you.
Какая бы школа ни была, она всегда имеет какое-то одно определенное направление. Общеобразовательные, вы знаете, тоже имеют уклоны. С самого начала, когда была образована наша школа, директор принял решение о том, что наша школа будет вести образование вести именно в классическом направлении. Основа музыки – классика, масса произведений, интересно. Играть можно на всех инструментах, раскрывать свой талант. И это сказывается на исполнении наших учеников. По новой начинаем концерт, да? Отдохнули на этом номере? Фортепиано, Климов Александр. Константин Селиванов. Шуточка. Учитель Залесский Владимир Иванович.
Христе, кто может помочь своему ребенку и помогает. Потому ваш ребенок и представляет эту штуку. А что значит не может помочь ребенку? Я не знаю, что писал Бах, я не знаю, что писал Шубер, и русской народной песни я никогда не слышал. И слов не знаю, да? Так вот, это все не важно. Вы сейчас слушали концерт. Мелодии произведений вам совершенно понятны. Потому что они уже разложены. Ребенок знает, как она строится, что зачем идет, что как скрепляется. Средства художественной выразительности они осваивают. Так что ничего в этом сложного нет. Помните только об одном, что школа – это дорожка от самого простого до самого сложного в последний выпускном классе. На сцену приглашается Домра. Филищина Мария, Нори Штейн, Машенька Маша и русская народная песня «В осадоле в огороде». Учитель Максу Наталья Николаевна, концертмейстер Медведева Дарья Владимировна. Thank you.
концерт отменит по болезни. Послушайте. Ну, всякое бывает в этой жизни. Родители нашего баяна, друг и соратник, аккордеон. Приходишь, Настя. Веселый паровоз и частушка. Учитель Долганова Ольга Николаевна. Thank you.
Был такой модный фильм, назывался «Стиляги». Наверное, все смотрели, да? Предпоследнее, какой инструмент это выдавалось? Саксофон на сцену. Решили я. Дмитрий Ковалевский, колыбельная. Помогает ему Макарова Светлана Евгеньевна. Что они будут петь, даже я не знаю. Вот на сцену.